Друзья дорогие, привет! Так, не накрашенная, некрасивая, ну и ладно. Короче, показываю покупочки из фикс-прайса. Эти покупочки я сделала вчера или позавчера. Так, лампа настольная, СК. Чего это СК? Вот она. Смотрите, такая лампа настольная. Вот так вот она светит. Вот еще одна мощность. И еще мощнее. В общем, три вида яркости. И на четвертую она выключается. Она подключается к USB-шнику. Вот. Или здесь три батарейки типа АА. Пальчиковые. Классный дизайн. Они там черные и белые. То есть на любой... на два вкуса. Короче, я очень довольна. Мне не хватает настольных ламп. И если недостаточно освещение... Ну, на тему освещения я же достаточно озабочена. Так. Лампа. Дальше. Набор форм для кексов. За ними я гонялась. Силиконовые формочки. По 6 штук. Такая симпатичная упаковка. Kitchen производитель называется. Ну, естественно, сделано в Китае. Вот. И я очень довольна, потому что вот в супермаркете, в продуктовом, такие же стоили... 100 с чем-то, ну, типа 120 вот в этом районе, то есть раза в 3 дороже. Эти стоят 55. Я бы хотела еще дешевле. И давно я хотела. В общем, у меня два цвета. Розовенькие и фисташковые. Так, дальше. Потом я купила арахис жареный, соленый, но его я уже съела. Это было вчера. Я его съела. Теперь сегодня сделали покупку. Я туда лично не заходила. Это моя невестка купила. Набор мегафломастер по 99 рублей. Что это за мега? О, вот такие фломастеры. Что я не знаю. 12 цветов, толстый стержень, идеален для раскрашивания. Ну, что такие толстые фломастеры. Вот в таком дизайне. Такие симпатичные. Вот это несколько. Вот такие, видите. Так, сейчас ребенок сядет раскрашивать. Два зеленых. Голубой, синий, розовый, фиолетовый, розового, два оттенка вот такой, ярко-розовый и чуть более бледный. Ну, в общем, фломастеры классные. Хорошо. Так, потом вот такие штуки. Смотрите, что это? Супер пазл называется. Мягкий пазл 3+. Развивает воображение у ребенка, память, моторику. 6 элементов 29×29. Это коврик. 29×29. Это получится. Сколько? В общем, вот такие вещи я бы рекомендовала брать во Вьетнам. У меня есть видео, что взять во Вьетнам, если вы едете с ребенком. Потому что Вьетнам, чем не Чанг, в частности, чем какое у него слабое место, что там везде полы кафельные. То есть, если ребенок у вас начал ползать, вы не будете знать, как его запустить на пол. А вот если у вас будет коврик, и с ковриками там тоже проблема, купить недорогой коврик, ну, на время отдыха, да, это проблема. А вот взять такую вот игрушку,
Это решение проблемы. 99 рублей. И у нас, соответственно, три таких. Они все разные. Классно. Два. И три. Все разные. Так. Здорово. И вот такая кружка для смузи. Я бы сказала, для пива. С трубочкой. Так, и эта кружка стоит 77 рублей. Классно. Слушайте, надо было каждому взять такую штуку. Ладно. В общем, вот такие покупочки. А, теперь, кроме этого, в другом магазине, в посудоцентре, я купила себе салатники. Для какой цели? Для того, чтобы снимать кулинарные рецепты. Недавно хотела снять рецепт чёмухового торта или там черный лес, ну что-нибудь такое. Испечь и заодно заснять этот процесс. Ну, отсутствие приличной посуды, которую можно показать в кадре, меня остановило. А сегодня я купила вот два таких салатника. Чтобы снимать. Почему два? Потому что такой рецепт, в одном нужно белки взбить, а в другом желтки. И вот я вас всех приглашаю на мой кулинарный канал, где в скором времени эти салатники будут участвовать. Люминарк, ну, надеюсь, что это не бьющийся. Гусь хрустальный, кстати, производитель. Написано. То есть даже не Китай. Ну вот. На этом все. Пока что небольшое такое видео. Если вам понравилось. Еще что-то я покупала в эти дни, но я сейчас не припомню, не приготовила для видео. Так что если вам понравилось, не забудьте поставить лайк этому видео. Пишите ваши комментарии. Я чрезвычайно не могу нарадоваться. Кстати, 199. Я бы, конечно, была еще более счастлива, если бы она стоила 99 или там 129, какая-то такая цена. А эти салатники по 129 в этом магазине, по посудоцентре. Точно такие же в Абсолюте, в супермаркете продуктовом, 146 стоит в оптовом. А в таком, в обычном розничном 199. Ну, может, они не такие же, но на вид как будто такие. Мне-то разницы нету, лишь бы они были прочные, да? Выдерживали удары миксера. Ну все. Всем пока. С вами была Аюна. Подписывайтесь, жмите лайки, жмите колокольчик. Пока.